В 10-м юбилейном краевом конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп» название лучших претендовали сотни участников. В этом году подано рекордное количество заявок. От имени губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева хочу вас поприветствовать на нашей юбилейной 10-й церемонии вручения наград конкурса «Курортный Олимп». В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок. Это говорит о том, что все наши предприятия, все наши территории курортные стремятся улучшить качество и быть первыми. Это очень хороший показатель. Кроме того, я вижу, и мы все видим, что наши курорты богаты профессионалами и настроенными людьми на победу. Я благодарен всем территориям, потому что все выполнили ответственные задания в этом году фактически на пятерку. Курорты были заполнены очень хорошо. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить глав муниципальных образований, которые зачастую в критической ситуации справлялись с поставленными губернатором задачами. По традиции и 10-я церемония не стала исключением. Награждение провели КВНщики уездного города. Мы начинаем ежегодную церемонию. Награждение лучших курортов Краснодарского края. Курорт Олимп 2014. Поаплодируйте сами себе. По итогам конкурса анапчане стали лучшими в десятке номинаций. Лучшим поваром назван Евгений Кухаренко, работающий в пансионате «Ривьера». Звездный час наступил для Галины Шевцовой, сотрудницы санатория «Старинная Анапа», которая трудится на предприятии вот уже 7 лет. Вы знали, что займете первое место? Нет. А откуда такая этот красный орнамент на груди? Подготовились. Все-таки так предполагали, что что-то. Спасибо огромное моим руководителям, спасибо огромное нашему жюри и, соответственно, гостям, которые приезжают на наши курорты. Это наши самые лучшие судьи, самые наши лучшие жюри. Лучшим экскурсоводом признана Елена Машонина компании «Вояж». Предприятие «Сибурюг» занимает вторую позицию в номинации «Лучшая детская здравница». В номинации «Лучшая туристская экскурсионная организация» третье место у анапской фирмы «Рич». Лучший муниципальный пляж и первое место у центрального городского пляжа Анапы. Награду получил руководитель МУПАКУ Дмитрий Папандопола. Лучший кемпинг и третье место у Витязевского кемпинга «У моря». Лучшим санаторием «Курортный Олимп» определил санаторно-курортный комплекс «Дилуч». Награду получила генеральный директор, герой труда Кубани Вера Стефановна Севрюкова. Участников и гостей «Курортного Олимпа» приветствовал председатель комитета по санаторному комплексу и туризму Алексей Черняк, почетный гость из Республики Крым. Слова благодарности от Республики Крым за приглашение сегодня здесь быть, выступать перед вами на сцене. Мы с вами все не конкуренты. Мы с вами все партнеры. И сегодня я еще раз убедился, насколько у нас одинаковые и проблемы, и трудности. И самое главное, одинаково замечательные люди, которые создают настроение, которые дарят здоровье, эмоции и успех. Я всех вас поздравляю с сегодняшними наградами. В номинации «Лучшее средство размещения» 3 звезды на втором месте в крае «Анапа-Океан». Второе место в номинации «Отель 5 звезд» у анапского отеля «Давиль».